that finally, последняя, выступление 17. Десерт. А, вот же. Мальчики. Мальчики. Просто сказку. Еще и выступает под песню одной из моих самых любимых групп. Поставь. Music. Music. Нет, они все молодцы, но Рен прям... О боже, это было шикарно. Юга хоть и не вписывается в плане роста, но он наравне прям очень хорошо выступил. Кимата Шоя, я только видела его в одном моменте. Да, я особо... Он был красивый, и это все, что я запомнила. Я же запомнила только то, что он красивый. А танцы я его толком не увидела. Мне нужны фанкамы. Шоссе было нормально. На Кабаяши Той он немножко неэмоциональный. Mm-hmm. Ну, то есть у него какое-то лицо было такое одно и то же везде. Я думаю, ну как-то... Поэтому Рен... Рен и Сора. А, да, Сора. Ну, Сора молодец, он вы же Рен выбрал, потому что он хорошо танцует. Так, я не буду тянуть. Окей, next one. Акихито, please. Акихито. Акихито и не только. I know that's not on the Akihito, but... Покучища! Как это звучит? Я просто всегда рада слушать песни Seventeen. Фоме. Я тебя люблю.
Прикольно, они разделились по парочкам. Шел ты дома, высокий хит. Да, мне нравится эта парочка. Еще когда объявляли результаты. Когда объявляли результаты и типа... О, боже, на, у меня на первом месте был. У меня сердцебиение участилось. А я прям к нему так подошла. Учитель не на крови. И кого хихи нашел? Не зря, не зря здесь они показали химию, да? Ой, это было классно. Они немножко, у них сам прикольно, что и в первой, и второй команде отличается хореография. Да, вроде бы сами как будто стали. Да, вроде бы в целом, как у Seventeen, но отличаются. Это прям очень клево. Эх, Акихита, господи. Пусть она останется. Да. Скорее всего, эта реакция выйдет уже после окончания голосования, но, guys, я надеюсь, что вы голосовали, да. Пожалуйста, оставьте Акихита в шоу, он этого достоин. Мне сложно сказать, какое выступление мне понравилось больше, потому что в первом выступлении меня зацепил Рен, во втором выступлении меня зацепил Акихита, но если по эмоциям, то вторая команда. Да, вот они... Потому что от них особо не ждал чего-то такого, прям, знаешь. А они выдали. А они прям... Да. Так что, ну, наверное, из всех выступлений, которые были с прошлой недели и на этой неделе, вот для меня, наверное, мой топ — это вот команда Масанами Масахико, команда Рикуто Лемон и команда Акихито. Ну, то есть... Команда с моими биосами, но это объективно, да, те команды, которые мне очень понравились. Тебя? Ну, однозначно Wild Wild Wild. Вторая команда, да. Вокал все равно, мне больше предпочтение к дэнс, к тем вокал. Поэтому Seventeen, you go. Команда, окей, первая команда. Да. Wherever you are. Берут ты команду? Нет. Окей. Блин, огромное спасибо ребятам за эти шикарные выступления. Очень надеюсь, что все мальчики, которые нам нравятся, останутся дальше в шоу. Вот. И ждем следующих выступлений. Да! Пишите, какие команды вам запомнились больше всего, кто круче всего по вашему мнению. И вообще ваш топ можете писать. Да. Пока. Да, всё. Всем пока.